6 октября 2021 года трамвай номер 7 в Санкт-Петербурге поехал по новым трамвайным путям на Гранитной улице и повез пассажиров к станции метро «Ладожская». Для разворота трамваев около «Ладожской» «Горэлектротранс» уложил специальный трамвайный съезд, который используется для разворота трамваев при отсутствии трамвайного кольца. На маршруте задействованы двухкабинные вагоны. В конце маршрута водитель переходит в другую кабину, перестраивается на другие пути и начинает движение в обратном направлении. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков в сопровождении первого заместителя директора ГУП «Горэлектротранс» Игоря Лакеева проехали по новому участку маршрута номер 7 на трамвае. Глава Комтранса рассказал о предстоящем закрытии на ремонт станции метро «Ладожская» и о следующем этапе обустройства здесь трамвайной инфраструктуры. В этом году мы завершили разворотную стрелку, чтобы запустить сюда трамвай, у которого две кабины. Это позволило обеспечить необходимый уровень комфорта пассажирам и жителям Гранитной улицы, для того чтобы трамвай 7-го маршрута мог доходить до метро «Ладожская». Сейчас на маршруте работают 18 трамваев, 6 из которых двухкабинные. В следующем году на этом месте будет реализована пересадочная платформа, которая позволит комфортнее переходить с трамвая «Чижик» к трамваю номер 7. Получится небольшой пересадочный узел, отметил Кирилл Поляков. Трасса трамвайного маршрута номер 7 уже продлевалась в 2020 году. Тогда трамваи поехали через мост Александра Невского к конечной станции Малая Охта. Теперь конечной точкой маршрута будет станция метро «Ладожская».